Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тамара, и вы на канале Цветы у Тамары. Сегодня я хочу поговорить с вами о сингониумах. Их у меня не очень много, но я хочу в этом году еще заказать несколько сортов. Хочу заказать панду, конфетти триколор и еще какие-нибудь сорта пока не выбрала. Смотрела, сидела, какие, где можно заказать, где цена более-менее приемлема, и натолкнулась на такой сингониум. Но есть много сортов сингониумов, которые дорогие. Но этот мне запомнился, сорт «Серый призрак», и цена на него где-то от 15 тысяч. Так что, друзья, сингониумы не такие простые растения, как мы считаем. И в уходе они, можно сказать, у них есть свои нюансы, свои требования. Что для них важно? Давайте сначала немножко поговорим об уходе, а потом я пройдусь по своим сортам, какие у меня есть. Для них важен, я считаю, температурный режим. А именно температура должна быть не ниже 18 градусов зимой, а 20-25 градусов летом. Если температура будет ниже, то, конечно же, рост у них остановится. И даже может быть залив, загнивание корней и другие заболевания. Полив для них. Заливать их нельзя. Корни загнивают. Я поливаю по мере просыхания не верхнего слоя грунта, а где-то, наверное, на половину. Я проверяю пальцем или проверяю, у меня есть специальная палочка бамбуковая, бамбуковой палочкой проверяю, как сильно просох грунт. Дальше я опрыскиваю сингониума раз или два раза в неделю. Стоят они у меня в разных местах все, кто на полке, кто на подоконнике, кто на столике. Поэтому, я думаю, и от того, что сколько им света попадает, у них такой и рост. Вот, например, давайте уже начнем по сортам. Это сорт Gold Fusion. Для него не хватает, я считаю, солнечного света. Может, из-за этого и у него рост очень медленный, он медленно растет, а может, сам по себе этот сорт такой, который не очень торопится вырасти. Вот такой вот еще малыш. Я получала, было всего два листочка, или даже было три листочка, один лист отсох, а вот эти три малюсеньких листочка сингониум выпустил у меня дома. Ну, видите, стаканчик такой вот маленький, 200-граммовый. Я пока пересаживать это растение не буду. Корней у него совсем мало. Вот я вижу только один корень. И он будет стоять у меня в этом стаканчике. Посмотрим, как дальше у него пойдет рост с приходом весны. Другой сорт. Это сорт Imperial White. Ну вот, видите, тоже немножко не хватает света, потому что варикатность проявляется не так сильно. Ну, есть немножко варикатность, но не такой, какой бы хотелось иметь. И тоже вот в таком стаканчике укореняла я череночек в воде. Само материнское растение у меня не прижилось, погибло. Вот черенок, слава богу, выжил. Дальше сорт у меня, друзья, очень спорный вопрос у меня в этом, по отношению к этому сорту. Сейчас мы сравним. Так, сорт Red Spot. Я получала как Red Spot, но сейчас я тоже гуглила и до этого смотрела. И были у меня сомнения, что это сорт не Red Spot. Конечно же, наверное, не Red Spot. Ну вот кто, как определить? Этот сорт очень похож с сортом Neon.
Вот этот горшок у меня стоит на подоконнике, и прямо попадают солнечные лучи на этот сингониум. И этот тоже там же рядышком стоит. И они и по форме листьев, мне кажется, и по форме листьев. Ну, вот здесь немножко листья круглее, а здесь более вытянутые. Может и другой сорт, но какой, пока не знаю. Ну, тоже красивый. Ладно, он будет у меня без имени. Может, со временем и появится, когда буду я более увереннее разбираться в сортах сингониумов. Пока у меня знаний маловато в этой области. Ну, вот этот сорт у меня не он. Я считаю, не он и есть. Видите, какие он красивые листочки выпускает. Этот лист очень интересный, с какими-то там пятнышками. Пятнышки, смотрите, какие темно-розовые, даже коричневатые. Но этот лист уже старый, и он высыхает. И этот тоже. И это растение, этот сингониум. Ой, дал много деток. Много деток я буду рассаживать. Сингониумы, молодые растения, нужно пересаживать каждый год, а уже более взрослые раз, два, три года. Я буду пересаживать и, может быть, я рассажу, а может и нет. Посмотрю, как отделятся корни, и посажу их более маленькие горшочки, объемом более меньше. Для него, мне кажется, этот горшок большой. Такой вот он, видите, мне кажется, он большой. Так, дальше. Дальше какой сорт у меня? Самый первый, который появился у меня. Я даже не знала тогда, что это сингониум. Это White Imperial. Вроде так. Мне нравится этот сорт. Я его уже резала. Он не очень сильно вытягивается. Сингониумы относятся к лианам. У них есть воздушные корни. Если поставить опору, они будут цепляться этими корнями. И виться. А также можно выращивать сингониумы как капельное растение. Но мне нравится выращивать больше как кустистое растение, кустика. Вот тут несколько ростков сингониума. Ну, такой вот обычный простой сорт, но тем не менее он очень красивый. Очень красивый. И дальше, вот у меня уже мы дошли до сорта шоколад. Или я интересовалась, или Арон Браун. Это одно и то же. Ну, я буду называть шоколад, потому что он пришел у меня как шоколад. Я его уже резала, и мне кажется, уже тоже пора скоро резать верхушечный черенок, чтобы было хотя бы 2-3 листочка и были воздушные корни для того, чтобы черенок быстрее укоренился. Ну, тоже красивый сорт. Мне нравится. Мне нравится. Видите, такие листочки шоколадно-зеленого цвета с более яркими прожилками. Ну, красивый компактный кустик вырастает. Шоколад. Ну, вот и все. Вот и все. Пока у меня такие сорта. Но надеюсь, я порадую себя другими сортами. Конечно же, я закажу нынче. Этой весной или летом, как получится. Вот так вот, друзья. На сегодня у меня будет все. Всем самого хорошего, доброго. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем-всем очень рада. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.